Здравствуйте, друзья мои. Сегодня опять необычный выпуск, хотя все достаточно просто. Значит, я получил сегодня три маленьких посылочки. Вот они здесь. Все это бросили в почтовый ящик. Что касается двух вот этих вот посылок, они очень похожи. Это с AliExpress. И сейчас мы с ними рассмотрим. А вторую посылочку отдельное видео сделаем. Я объясню потом, чему там такое происходит. Итак, две посылки. Значит, состав там очень похожий. Дело в том, что одно видео я уже делал. Вот я сейчас покажу. И мне пришли вот 4 таких люминесцентных порошка, которые светятся в темноте. Светятся они не очень ярко, недолго, но вот такие вот прикольные. Несмотря на то, что вот, допустим, здесь 4 цвета, а светятся они очень близкие. Допустим, это вот почти желтый, это может быть чуть розоватый, это тоже к желтому почему-то свечению относится. Ну вот эти вот, то, что это было, я вот сейчас их оставлю здесь. Да, ну вот там плохо, наверное, видно было. Итак, вот эти вот я их оставлю. И посмотрим вот эти. Значит, тоже люминесцентные, тоже люминесцентные. Значит, это из одного магазина 4. И это из двух других магазинов. Но товар очень похожий на вот то, что здесь есть. Просто вот заказал. Стоимость их небольшая была. 16 центов. Здесь 18 центов. Вот. Сейчас откроем. Так, одну посылочку открываем. Вот здесь у них все значительно проще. Сейчас мы их сравним, все это. Да, ну вот она. Приклеилась, правда, к посылке. Вот желтые. То есть с пометкой. Ну, практически то же самое из другого интернет-магазина. Это вот желтая такая была, это вот пожелтее. Так что я не особо рассчитываю на что-то такого необычного. Ну вот, это вот желтенькое. Так, это одна посылка. Так, и сейчас вот вторая посылочка. Тут то же самое, тоже с одним пакетиком. Ну так, ради интереса взял. Вот, почему-то решил, что будет как бы забавно. Тем более ночи такие длинные. Вот. Здесь немножко другая консистенция. Здесь больше похоже на порошок такой вот мелкий. Если здесь гранулы, то здесь мы видим с вами порошок такой розовый. Засыпать его, конечно, удобнее куда-то. Ну да, интересно. А это вот у нас такие вот гранулы. Вот такие вот посылки. Нет, похожие. Это вот чуть-чуть по-другому. Вот такие вот посылки с разными люминесцентными растворами. Вот посмотрим, что и как они светятся. Ну, вот сейчас даже немножко освещение не очень яркое. Все это есть. И мы можем попробовать сейчас отключить свет верхний и посмотреть, что это было. Сейчас отключаю один. Сейчас. Не так быстро, на ощупь тяжело. Это ярче. Убираем. Так, и отключаем последнюю лампу. Итак, как видите, это вот дольше пролежали, они светятся. Ну, это вот видно что-то. Что-то видно, но очень слабенький. Ну, это только мы достали, поэтому ничего удивительного нет. Ну, а это тоже как-то вроде видно, да? Вроде как-то и светится, но явно маловато освещения вот для этого порошка. Ну, вот такие вот необычные штуки. То есть можно заниматься таким как бы украшательством, куда-то добавлять, чтобы потом можно было иметь небольшое свечение для любых поделок. То есть это для поделок. Ну, спасибо за внимание. Такой затемненный, интригующий у нас свет сегодня.
До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Смотрите новые необычные вещи, которые я там заказываю. Идут новые посылки. Правда, их осталось не так много, но все равно ждите новых видео.